Всем привет, друзья! Вы на канале Бухай ТВ, друзья, и я, как говорится, немножко обновился. Всем большое спасибо, кто напишет в комментариях, что мне так идет. Всем большое спасибо. И, друзья, в 2021 году я брал пиво Альтмюллер на разлив. Это, как говорится, друзья, нефильтрованное пшеничное пиво. Мне оно нравится. И я вот так пошел на стрижку, вышел со стрижки и думаю, возьму шаурму и возьму, думаю, пивка. Так что, друзья, шаурму, кто жители Путиля, небольшая нотка рекламы. Шаурма-гриль напротив универмага, через дорогу, для жителей Путивля. Путивля не знают. Друзья, этот, как говорится, в ТикТоке будет ссылочка на шаурму-гриль, а в Вайбере я оставлю номер телефона. Также, друзья, магазин Посейдон, возле шаурмечной, мне там метров 50, где Путивля знают, где Техникс, вот рядышком магазин Посейдон. Большой выбор алкоголя, Я вчера водочку пил. Green Day, этот, синюю, хорошая водка, как бы, ну, хорошая кому-то, ну, мне она вообще не зашла. Ну, вообще, Green Day зеленый мне заходит, синий не зашел. Синий грубоват, а зеленый мягкий мне Green Day. Так что, большой выбор алкоголя, элитного алкоголя, большой выбор колбас, большой выбор, выбор рыбы, вообще здоровезный. И также, друзья, очень-очень большой выбор, больше 10 видов, это, друзья, пиво на разлив. А пивко на разлив, темное есть, есть какое угодно. Ну, давайте, друзья, наливать. Так что реквизиты магазина Посейдон я оставлю внизу в описании, также под видео. И на шаурмечную, и на Посейдона тоже. Ох. Ну, друзья, это пиво на разлив, пиво свежее, будем так говорить. Немножко капает, ну, то тоже надо. Давненько не пил Альтмюллер. Пахнет классно. Вот это, скажу честно, пахнет мягко, пахнет как всегда вкусно, но будем пробовать. Потому что 2 года тому назад я его пил последний раз, ну уже получается почти 3 года назад. То было давненько уже, а будем сейчас пробовать на разлив. Ну по цвету хорошее такое, ну хорошее нефильтрованное пиво. Хорошую пенку держит, что сказать. Красиво, красивый бокал, скажу честно, налил, вообще идеально скажу. Ну давайте, друзья, за все хорошее, чтобы... Как говорится, у нас всегда на столах была вкусная еда. Взял такую небольшую шаурмечку, небольшую, чисто так, под пивко. Вчера под водочку чуть-чуть не хватило мне, что мне там с прошлого видоса яичница, ну, стояла рядом. Я взял, загрузил в конце. Кто-то такое, то наоборот, кто-то до конца посмотрит, поржал. Давайте, друзья, за все хорошее. Блин, вкусно. Небольшая цитрусная нотка, небольшая нотка пшеничная и мягенькая. По алкоголю где-то 4% будет. Блин, ну пьется реально мягко. Для лета это идеальный вариант. Во. В меру газированная, то что надо. Кстати, друзья, теперь шаурма. Наша шаурма. Ну, пока, друзья, нес, соответственно, она чуть-чуть под... Ну, она еще, даже еще тепленькая. Ну, конечно, соответственно, лаваш размокает. Сейчас заодно, друзья, и пообедаем. Мы пиво выпьем и пообедаем. Мясо огонь. Друзья, пиво выпить, шаурму такую съесть, и кино включить, и ложиться дремать. Вот это мой совет, друзья, мой совет. Скажу честно, я думал, что Альтмюллер будет хуже пива. Я помню тогда, в 2021 году оно было шикарное пиво. Я помню, здесь угашенный после бихеровки сидел и пил Альтмюллер. Мне оно тогда вообще зашло с красной рыбкой, вообще тогда с хребтами вообще залетело шикарно.
шикарно залетело. И сейчас думаю, ну, думаю, за годы, я думаю, пиво испортилось. Блин, 10 из 10 оценка, скажу честно. В меру цитрусно, в меру пшеничное, в меру... Все именно в меру, именно 10 из 10, скажу честно. Я вот бокал пива выпил вообще налегке, скажу честно. Вот сколько тут минут прошло, я не знаю даже сколько по времени. Вообще залетело только так, на ура называется. Лаваш вкусный тоже. Лаваш, мясо, лучок попался крымский. Вкусный. Морковочка, помидорчик, все что надо, друзья. Вот смотрите, чтобы не думали, что я обманываю, Вот. Вот то, что надо. Сейчас, друзья, беру я стандарт, шаурму, стандарт беру. Не могу казахскую, блин. Мне говорят, типа, ну, встречался знакомых, путевлян. Говорят, типа, что ты так долго ел, типа, шаурму, полчаса мы на видео смотрели, и в итоге не доел. Я говорю, ребята, говорю, мне ее на два раза хватает. Я говорю, не могу ее схавать. Да я бы ее за раз бы, типа, схавал бы. Не знаю, друзья, я вот это съедаю, да, вот вчера я на видос на вот купил, чуть-чуть мне этой шаурмы не хватило, но... Лучше бы чуть-чуть впроголодь, потому что здесь мясо, овощи, тесто, как бы ты можешь есть, есть, и потом как бы ты переедаешь, если ты много ставишь. Так лучше взять стандарт шаурму. И чуть-чуть быть впроголодь, чем переесть. Потому что шаурмой, когда ты переедаешь, тебе ну, тяжело, потому что она реально сытная. Капуста вкусная, тоже. Скажу честно, пиво 10 из 10, пьется мягко. Я себе уже фаворита на лето выбрал. Это Альтмюллер, уважаемые путевляне, магазин Посейдон. Много видов пива. Также, друзья, мой любимый Альтмюллер. Вот скажу честно. Я его давненько, ну вот получается, с 21 года не пил на разлив. Вот сейчас взял. Я не жалею, что его взял. Реально то, что надо. Батя, друзья. Главное, в чем фишка, он легкий. Пьется легко. В меру цитрусный, в меру пшеничный. В меру горчинки, в меру газированный. Реально ничего, именно всего, именно в меру. Вот это ключевое слово, в меру. Сейчас съем одну начинку. Огурцы солененькие, вкусные тоже, скажу честно, в шаурме. Главное, что этих людей я знаю по шаурме. Ну, все свежее, как бы. У нас Путивль город маленький. Все друг друга знают. Если кто-то в Путивле будет делать плохо,
то, соответственно, скажут, там плохо, туда никто ходить не будет. Поэтому пути люди всегда все делают хорошо. Ну, вчера, конечно, два видоса запилил. Еще два видоса на водку. Скажу честно, сегодня немножко так тяжеловато, тяжеловато сегодня. Я уже, как говорится, с утра пивка выпил, но то было с утра, а сейчас мы еще пивка выпьем. Выпьем и ляжем, полежим сейчас. Зато выпили, постриглись, по пивку, не, ну, блин, я считаю, красота, вот это просто красота. Ух, взять, у меня шаурма, вот, взять, ну, вот, грубо говоря, под пиво шаурму взять, какую-нибудь картошку фри, какие-нибудь наггетсы, какие-нибудь рыбку даже. Ну, блин, это пиво идеальное, оно под все зайдет, под пиццу зайдет. Летом запишем большой видос, возьмем такую рябину большую. Запилим красивый видос под тараночку, под этот, чтобы все было четенько, друзья. Друзья, заходите на наши эфиры в ТикТоке, смотрите, потому что в последнее время что-то упала активность у нас. Заходите, друзья. Подписывайтесь, друзья, ставьте лайки на наших видео. Пишите, мы на все комментарии в Ютубе отвечаем, в ТикТоке людей много пишет, да и в Ютубе много людей пишет. На две соцсети мы не успеваем отвечать, и также, друзья, каждый может писать, ну, в ТикТоке, кто пишет личные сообщения, мы отвечаем. Можете писать личные сообщения в Ютубе, не в Ютубе, ну, в Ютубе и в Инстаграме, мы тоже всем отвечаем. Когда есть свободное, прошу, друзья, прощения, когда есть, друзья, свободное время, мы можем и созвониться, и пообщаться, и поговорить. Это, соответственно, все бесплатно. Ну, звонки, разговоры. То есть, если мы созваниваемся со зрителями с разных городов, то это все бесплатно. Это не надо ни за что платить. Как бы это, просто общение с людьми, как бы это, дружеские, хорошие человеческие отношения. Это наше самое главное критерие, потому что мы поэтому канал создали. Мы для того, чтобы общаться с людьми. Чтобы мы людям что-то рассказываем, люди нам что-то рассказывают. Человек такое существо, что оно создано для того, чтобы с кем-то как бы общаться, дружить, с разных городов, в разных городах, каждый считает, что его город самый лучший, это я считаю, да, я с этим я согласен, самый красивый, много красивых городов, много всего красивого, ну вот мы как бы общаемся, делимся, фотографиями делимся, тут я там какие-то сфотки скидываю со съемок, которые не вывожу, даже в Инстаграм там скидываю. Ребята мне что-то скидывают. Ну, ведем общение. Давайте, друзья, за зрителей канала Бухай ТВ. Друзья, большое спасибо, что нас смотрите на протяжении 4 лет. Всем большое спасибо. Вот. На Ютубе будем тоже проводить эфиры, но будем проводить их реже. Будем в основном это ТикТок. Давайте, друзья, за наших зрителей. Мне хорошо пивко, хорошо. Хорошо, что я в эфир не выходил. Хорошо, что в эфир не выходил. Вот скажу честно. Со знакомой пивка выпил вчера. Два видоса записал. Так чуть-чуть так перебрал немножко. Не то, что пьяный был. Намешал немножко. Ну, водки где-то
бутылка. Ну, блин, водка мне не зашла, скажу честно. Ни одна, ни вторая мне не зашла вчера. Вот. Первая еще была чуть поярче, но вторая была вообще какая-то вообще фиговая, честно сказать. Вот. Ну, все увидите, друзья, в видосах, все увидите в видосах. Вот, как-то так. Жалко футболку. Ну, шаурма, друзья, такая штука, что может капнуть, потечь. Тут уже сока много. Давайте, друзья, за все хорошее, за хорошее пиво, которого надо было брать не литр, а два, а лучше три. Шаурму, еще к шаурме надо было брать какую-нибудь рыбешку, можно было взять. Ну и четко посидеть. Хотя шаурма реально вкусная, я уже наелся, скажу честно, уже нахавался. Вот. Ну лаваш вкусный, главное, что лаваш вкусный. Бывает, что лаваши такие никакие, а тут лаваш реально вкусный, поджаренный, он вкусный, как бы, имеет свой вкус. Парадово пивко за последнее время. Это одно из самых лучших пивасов, что я пил за последнее время. Вот это с посылки приезжало, где ребята целой бандой, как говорится, прислали эту посылку мне. Вот. Там, где джин был и две бутылочки пивка. Там пиво было дорогое, хорошее, элитное, бельгийское, вкусное. Да, вот тут пиво было вкусное, но мы его пили этим... Глубинной бомбой, глубинкой пили, как бы. Ну, много кто писал, что типа вкус пива убивается, типа, если пьешь глубинной бомбой, и типа там можно пить какое хочешь пиво, типа наливать. Да, я согласен частично, но все равно там вкус пива чувствовался шикарного. Где-то похоже, что так цветет. Цветов много цветов. У меня я такой аллергик, что капец. Вот не знаю, вот на котов аллергия, ну, на кошачью шерсть, еще на что-то бывает аллергия, что иду по улице, и я посмотрел, кхе-кхе, мне, знаете, как будто как задыхаюсь, как будто дышать нечем, не знаю что, но бывает такое, вот такие, ну, бывает, ну, что-то аллергия, это, скорее всего, весна, что-то где-то цветет, у меня на это как бы аллергия. Блин, пивко вкуснейшее. Надо было больше брать. Блин, а снизу вот уже у нас... Внизу самый сок.
Да потом уже доедим. Уже. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал Бухай ТВ, друзья, пишите комменты, на комменты обязательно ответим. Подписывайтесь, друзья, на нас на Ютубе, скоро уже 5000 подписчиков будет на Ютубе, подписывайтесь. Также, друзья, подписывайтесь на нас в ТикТоке, скоро будет уже 32 тысячи. Также, друзья, подписывайтесь на нас в Инстаграм, ссылочка будет внизу в описании. ТикТок найдете, Бухай ТВ пропишите, в ТикТоке найдете. Также ссылочка будет на мой второй канал Палыч. На Палыча подписывайтесь. Друзья, прошу прощения. Уже почти там 300 человек. Да, 300 человек там вроде бы. Че 300 чем-то. Точно не помню. Вот. Давайте 1000 набьем. И Палыча тоже монетизируем. И какие-то свидосы я буду туда почаще уже выставлять. Мне будет более интересно на Палыча что-то выкидывать. Также, друзья, кто упутили ссылочку на шаурму гриль. Все, соответственно, я оставлю внизу в описании. Вот, на шаурму. И, соответственно, на Посейдона я тоже оставлю ссылочку внизу в описании. Так что хороший пивной магазин, хороший рыбный магазин. Вот это, друзья мои. Мясо такое попалось. Курочка. Когда на костре жаришь, и она чуть-чуть так, знаете, пригорела, пригаренькая. И тут мне такая попалась. Реально, вкусняшка. Наелся. Ну да, друзья, все рассказал. Не, пиво литруху и хватит, потому что это такое пиво, что оно реально вкусное. Может затянуть в круговорот, а там, сами приказы знаете. Давайте, за хорошее пиво, ну и за хорошее настроение, ну и за мир во всем мире. Всем пока. О, как хорошо.